Всем доброе утро, Тася. Запах чайной розы. Хочется дышать и дышать постоянно. Юка зацвела. Сейчас мы лишние листики обрежем, и она будет красивая. Листья, которые зимы, они старые, молодые, они сочные. У меня пока получится красивый цвет. Сейчас покажу. Получается красавец. Подрежем, чтобы красиво было. Такой деревень нет. Старые листья. Это в моей вазе такой чернобрылец. Моя ваза наша. Еще одна роза. Не знаю, как называется, плетущаяся. Она растет кустом, а зацветает гроздями. Вот. Гроздья. Ну, это пух. У нас тополиный пух. Я заметила
летает 2 дня, потом идет ливень. То есть природа сама избавляется от тополиного пуха. Я думаю, что уже сегодня, с сегодняшнего дня уже будет легче дышать. Вчера ливень смыл тополиный пух. Вот такие красавцы. Скоро зацветут. Возможно, сегодня. Глория уже зацвела. Покажу сейчас эту красавицу. Эта роза пахнет чайной розой. Она имеет запах розы. Химоцея из дня на день зацветела. Гвоздика. Вот такие поздние, громадные. Очень большой рис. Тут пион. Этот пион у меня за последний, за 16 лет. Наконец-то зацвел. Конечно, ему не хватало, по всей видимости. Действительно, ему не хватало. Солнце, действительно. Ну и что же наши черешни? Черешня уже не просто наливается, а скоро будет краснеет. Такие мы в детстве уже ели. Посмотрим на это. Такая красавица. А, она двойная. Ты черешня. Слышишь, что я разговариваю? И разговорчивый ты нас. Вступает в разговор тоже. А здесь? Привет! Катуся, Катуська, 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 привет, привет. Вот такой ливень у нас вчера прошел. 100 литров воды. А здесь переливом идет. У нас система такая. И малинка. Скоро-скоро. Виноград. Еще одна роза у меня есть, тоже скоро пойдет. Мы покупали на рынке ее как штампую,
штамбовые, но желтые. Как бывает обычно на рынках и в магазинах. Нас обманули. Вместо желтой нам дали просто кремовую розу. Но главное, что это роза. Не так, как у меня муж купил. Купил хурму. А оказалось, алыча. А здесь уже тля. А ну, посмотрим. Да, тут уже надо обработать тли. Это роза сладкая, поэтому на нее в первую очередь тля и садится. А клубника в разгаре. Наедаемся. Делаем маски. Я всегда первая клубника у нас заведена. Съедает самый старший член семьи. То есть это дочка была. Сейчас внук. Когда дедушка с нами жил, он был больной. Поэтому ему всегда все первое оставалось. Первая клубничинка. Съели, загадали желание. И потом можно обязательно сделать маску. Вот пока есть клубника, маску для лица делаю постоянно. И покажу вам, как я. У нас еще вот такая есть. Не видно, да? Блестят. Я называю их, ну, мы называем слымаки. Не, камера не передает. Блестят их, не видно, что они есть, ползают. Покажу, как я с ними борюсь. Вот найду их и мы покажем. В основном стараюсь народными методами бороться. Друзья, пишите комментарии, ставьте класс. До новых встреч в эфире. Хорошего вам дня. Хорошего лета. Пишите комментарии.